Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Empire Warriors. Так, у нас восьмой день, я зарабатываю две метели. Так, ну что же, 16 уровень у нас на подходе. Но для начала я зайду в рудник. Кстати, мне кто-то сказал, что его лучше улучшить, поэтому я его улучшу. Так, ать, ать. А самоцветы я не забрал. Ё-моё, надо было забрать, потом улучшать. Ой, господи. Ладно, фиг с ним, уже ничего не поделаешь. Так, в магазине дайте мне этот камень дешевый и дешманский бесплатно, пожалуйста. Все, забрал. Так, мы можем с вами, ребят, кстати, смотреть рекламу, да. И за каждый просмотр, вот три рекламки я могу глянуть, буду давать по ключику. Тут два, тут три ключа, тут пять. Ну и по магии. Это я сделаю уже за кадром. Ну что же, 16 уровень. Давайте-ка посмотрим. Наконец-то армии союзников удалось прорвать кольцо окружения и уничтожить ужасного мрака. Проход к железным холмам, земле гномов уже недалеко. Принц Джейф и Арин ведут войска вперед. Их цель — объединиться с гномами в войне против Грандо. Ух! Да, ребята, это прям, знаете, как блаженство для меня после... Kingdoms'а. Это Kingdoms Rush. Это что-то с чем-то. Надеюсь, здесь будет попроще мне. Так, ну что же, мои войска, точнее воины вот так вот расставлены. Таким образом я... Подожди-ка, у нас вот точка только лишь одна, да? Одна точка, да, которую мы должны с вами контролировать. Поэтому будем возле нее концентрироваться. Так, во-первых, я поставлю голема. Сюда мы, наверное, поставим лучников. Вот сюда я поставлю мага. Кстати, вот это что такое, ребята? Что-то копится у нас, да? Тут, видимо, поджог будет. Если там была заморозка, то тут, скорее всего, будет поджигать врагов. Так, Элвин, давай-ка мы, наверное, тебя вот сюда поставим. А Арин вот сюда поставим. Так вот будет, наверное, эффективнее. Так, значит, что? Еще нам нужна казарма. Это в обязательном порядке. Без нее мы никуда. Так, я, наверное, еще одну сразу же я здесь влеплю. Вот так это должно быть выглядеть у нас. Так, прокачечка, конечно же, обязательно прокачка. Так, здесь мы сделаем драгунов, а вот здесь... Тихо, 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 вот, тамплиеры-убийцы. Да, пускай именно они здесь будут. Так, и, наверное, еще... Еще, наверное, поставим свою башню магов. Ну все, запускаем волну. И смотрим, ребята. Так, начинается у нас с варгов, как мы видим, да, бегут варги. 15 волн в общем количестве сегодня нас ожидает. Что это такое? Это хлопушка какая-то. Ладно. Давай-ка, Элвин, постоишь вот здесь вот. Будешь... А, подожди-ка, Джейфа мы тоже с вами, наверное, вот сюда перенесем, да, чтобы он у нас участвовал в боях, а не просто там стоял и прохлаждался. Так, ну и, естественно, начнем... С прокачки голема. Будем именно его прокачивать. Так, Арин неплохо бомбит. Так, надо будет посмотреть, что это вот за шишка такая. Что она делает? Она хлопнуть-то хлопнула, а эффекта я так и не увидел. Вот, видите, вот это я понимаю, ребята. Вот это вот герой. Вы помните, да? Kingdom Rush. В него будут бомбить, он даже не отреагирует. Тут малейший просто пинок в его сторону или харчок. Он уже сразу рвется в бой. Вот это я понимаю. Герои. Иногда, конечно, это подбешивает, и приходится их отводить. Так, кстати, у нас тут летающие юниты пойдут сейчас, ребят. Вот что я вам хочу сказать. Так что шуточки уже в сторону. Погнали, следующая волна. Кто у нас тут? Гаргули полетят или кто? Новый враг, по идее, должен быть. Хм, что-то пока нету. Пока бегут только одни варги у нас. Ладно. Терпимо. 200, да, нужно? Сейчас накопим, и я сразу, конечно же, буду улучшать башню магов. Вот, ребята, новый враг. Кто это такие? Летучая мышь. Эти устрашающие существа были призваны Наразалом из самой тьмы. Это настоящий ужас небес. Летающий монстр, быстрая скорость продвижения. Понятно. Поэтому лучше, конечно, их контролировать. Арин, давай-ка ты, должна их бомбить. Давай сюда, вставай, господи. Ты с ними быстренько будешь справляться, это я точно знаю. Так, ну что же, а мы пока будем, наверное, башню магов улучшать.
Так, можно ускориться, наверное, маленечко, да? Все равно они здесь не пролетят. 250. Вот так вот. Отлично. Так, и нам нужно теперь, наверное, за голема браться все-таки. Хорошо, что у нас есть лучник, да? Вот против вот этих... Ага, тут еще будут летающие. Так, я вижу, тролли идут, орки. Голем, сколько нужно? 238, да? На твое улучшение. Пока потерпим. Так, Арен, ты стоишь у меня на месте? Молодец, красава, будешь бомбить. Так, и здесь, не забываем, пойдет волна. Вот здесь вот понизу. Так что в наших интересах как можно быстрее прокачать голема. 306. Нужно монет для того, чтобы его перевести в огненного голема, который будет тут раздавать звездюлей. Так, Джейф, иди сюда. Будешь прикрывать. А мы улучшаем с вами. Вот так вот. Другое совсем дело. Ну, как вы поняли, да, теперь у нас будут постоянно летающие монстры. Я вызываю следующую волну. Так, здесь, наверное, мы с вами прокачаем все-таки заморозку, да? Замерзшая земля, пускай они будут замедленно бегать. Так, Эловин у нас пока здесь стоит. Слушай, она, кстати, тоже может летать. Ой, летать, тоже бомбить по летающим целям. Это круто. Видите, она ножичками своими. Причем довольно быстро их бомбит. Замечательно. Так, давай-ка мы тогда с вами вот здесь прокачаем, да? И нам нужно будет прокачать еще хотя бы первую ступень на голема. А потом уже будем с вами улучшать все это дело. Слушай, прикольно она бомбит. То есть это вообще у нас универсал. Это получается и дальний бой, и ближний. Замечательно просто. Так, вызываем следующую волну. Так, опять начинают варги. Так, големчика, ребята, я выучил. Ну что, теперь нам нужно с вами, скорее всего, выучить лучников, да? Я думаю, лучников все-таки выучить. Или же мага. Давай мага, наверное, вначале вот здесь вот подучим. А после уже возьмемся за лучников. Так, Эловин, да, погибла. Оу-оу-оу-оу, тихо, где Джейф? Где Джейфа нету? Так, только хотел, думал, заморозку бомбануть. Ну, справились. Так, этого будем мы, наверное, с вами переводить в огненного мага. У огненного мага очень большая, ребята, скорость атаки. Просто заподнебесная, так назовем ее. Плюс у него тут кидает огромный огненный шар. Это типа вот как удар метеорита, да, который делает у нас голем. Только задетые цели получают ожог, и скорость передвижения замедляется на несколько секунд. Смотрите, как он бомбит, у него скорость просто офигенная. Да-да-да, давай вот так вот, пускай бомбит. Здесь, по крайней мере, точно никто уже не пролетит. Так, и давай, наверное, вот эту тоже первую ступень выучим. Все, теперь я буду, ребята, браться за лучников. Вот здесь, наверное, мы будем прокачивать. И будем из них делать, скорее всего, этих темных эльфов. Ну, Джейф, что стоишь-то? Давай, иди сюда, бомби. Хотя он даже здесь и не понадобится. Смотрите, у меня все здесь делают маленькие големчики. И сам голем поджигает землю. Отлично. Так, варги здесь бегут. Так, вот здесь надо тоже, ребята, хотя бы одну ступень открыть, чтобы у нас копилась отрицательная энергия, и мы могли ей потом воспользоваться. Так, прокачиваем. Прокачиваем лучников в обязательном порядке. Нам, конечно, надо бы и здесь прокачать скиллы. А то они как эти неприкаянные у нас с вами находятся. Так, следующая волна пошла. Тролли, да? Но это у нас не морозные, это обычные тролли пока идут. После этой битвы, интересно, нам гномы-то присоединятся? Или когда? Когда это событие вообще произойдет? Эльфы присоединились к нам, да? А вот гномы почему-то все никак не могут. Ну, дай-ка я А, тут нету, ребята, шишки, да? Хотел вот так вот проверить, что это такое все-таки. Ох, 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 сколько вас тут летит. Натика, получите. Так, по одному, ребята, и выучим сейчас, да, с вами скиллу. По одному скильчику выучим. Ну, отлично. Так, что теперь? Теперь, я думаю, мне надо... Может быть, вот этих? Давай вот этих лучников еще прокачаем. Переведем их, я не знаю, там, может быть...
светлых. В этих, в сонных, как это, в сонные лучники, по-моему, да, величать их. Так, это у нас на ускорение. Что-то как-то такое впечатление, что они медленно летят. Так, идут здесь вражины. Ну-ка. Так, в кого нам перевести их лучше? А, наносят массивный урон врагам. Ага, усыпляет врагов. Наверное, массивный, да? Нет, лучше вот этих вот. Да, пускай будут вот эти вот. Ну, естественно, каждому по скиллу прокачаем. Так, опять варги, опять тролли. Слушай, ребят, ну, по сравнению с Kingdom Rush, ну, тут просто изи. Я вам серьезно говорю. В Kingdom'е, конечно, там... Там жесть, что творится. Там как-то с деньгами именно проблема. Именно накопить деньги. Тут как-то все немножко попроще. Так, тихо. Что-то мне не нравится здесь заваруха. Замечательно. Так, давай покачаем далее. Следующая волна. Так, опять будут у нас летающие эти. Летучие мыши. Правда, они на самом деле на мышей летучих не особо сильно похожи, согласитесь. Так, вторая ступень прокачана. О, бомбическая сила. Посмотри, тут просто никто не пролетит. Огненный маг тут наяривает. Тут у нас... Как их звать-то? А, сумеречные стражи. Тут бомбит. Ой, вообще великолепная. Просто у нас тут оборона зашибательская. Так, сейчас мы их всех тут прокачаем. Я уже не буду никакие, наверное, новые башни открывать. Буду уже прокачивать то, что у меня здесь есть. Давай следующую волну сразу же. Так, что у нас там у голема? Ага, метеорит прокачаем. Вот она наяривает. Вы посмотрите, просто молодец. Просто красота. Ну да, тоже иногда попадает в переделки, но тем не менее. Вообще замечательно. Летучие мыши для нас просто никто. Так, сколько у нас? Оу, сколько денежек-то уже. Давай, 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 конечно, прокачиваемся. Прокачиваемся. Че, все что ли? Следующую волну сразу же, ребят, нахрапом. Нечего, как говорится, тут рассусоливаться. Ну, вообще, вообще никто не может ничего сделать здесь. Ни пройти, ни пробежать. Как бы они здесь ни хотели, ни старались, ничего у них не выходит. Прокачка по максималке. Так, варги. Мне даже, походу, вот этих не придется прокачивать, судя по всему. Потому что мы без них даже справляемся здесь. Причем на изи. Давай вот так вот сделаем. И самое главное, что герои у меня прокачиваются. Видите, да, внизу желтая полосочка, это опыт. Эловин вообще молодец. Прокачивается моментально. Она, кстати, имеет 7-й уровень, да? А Джефф у нас 8-й. Джеффа вообще можно вот сюда даже поставить. Да, вот где он сейчас дерется. Все вообще великолепно. Так, тут прокачка по полной программе. Здесь. Вот так. Еще и вот так. Ай, молодца. 230 нужно. По фулочке вызываем следующую волну. Это финальная, ребят, волна. Это финальная волна. Я думаю, что никаких трудностей не возникнет. Как расписывали их, как сосунков, так и расписывать будем дальше. Смотри, а. Просто молодец. Я практически весь этот уровень прошел на ускорении. Мне не было даже секунды на то, чтобы сбросить скорость, посмотреть, все ли у нас тут хорошо. Просто на изи идем. Без сомнения. Ну, последний тролль. На. Да, и мы проходим с вами на 3 звездочки. 95 гемов получаем. Можно еще 95 за просмотр рекламы. Но я этого делать не буду. Не хочу ни вас томить. Так, особый набор. Так, 5 случайных... Кого, героев дадут? 5 случайных рун. Ага, плюс 2 выбранных героя. 1500 кристаллов и... Сколько? 3... 4... Не, ребят, это уже борзость. За 4000, нет, спасибо большое. Я не вижу вообще такой надобности. Играем, как говорится, на изи. И так же и будем играть на изи. Так, ну что, мы можем с вами прокачать
Наверное, вот это вот. Увеличивает кражу жизни каждого героя на 15 единиц. Давайте улучшим. Вот так вот. Здесь я ничего не буду открывать. Здесь нам не хватает, как всегда. Я когда-нибудь накоплю себе 600 этих самоцветов или нет? Так, рудник. Рудник все молчит. Ну что, друзья мои, наверное, нам пора отправляться на 17-ю миссию. Опять же, это не босс. Армия Империи Гранда. Они шли за нами по пятам. Мы не можем позволить им достичь Железных Холмов раньше нас. Необходимо их остановить. То есть они шли за нами. Ну что же, с этого, пожалуй, и приступим. Будем отбиваться. Так, у нас сколько, ребята, с вами? Две точки, как мы видим. В принципе, сейчас они стоят просто идеально. Я даже лучше бы не смог их поставить. И начнем. Сюда я хочу влепить голема. Почему именно в середину ставлю всегда голема? Чтобы он контролировал большую часть территории. В принципе, вот сюда бы тоже не помешало бы поставить голема. Вот так вот. Так, дальше. Вот здесь вот я поставлю барак. Сами понимаете, зачем. Так же, как и вот здесь. Без барака мы никуда. Далее. Вот сюда можно поставить лучников. Вот сюда можно поставить магов. И, конечно же, все это дело подраскачать маленечко буквально. Так, здесь будут у нас драгуны, а здесь мы, наверное, с вами сделаем убийц, тамплиеров. Ну что же, запускаем и смотрим, ребята. Здесь 15 волн, это, наверное, судя по всему, максимальное количество. Так, голема. Ну, голема сейчас мы, наверное, прокачаем. В данный момент будем выезжать за счет своих героев. Так. Радиус отличный у нее, хорошо. Простреливает практически всех будет она. Что такое, я не пойму. Арин, ты меня не смущай, давай стреляй. Что проблема-то, не могу понять. Черт подери, придется вот сюда ее поставить. Не хочет почему-то, ребята, она оттуда стрелять. Не знаю, в чем проблема. Ладно, пускай пока здесь стоит. Секундочку, мне это не нравится совсем. Голем не справляется один, да, к сожалению. Или враг сильнее стал. В чем проблема-то, не могу понять. Джеффа, кстати, могут мне спокойно здесь забомбить. Да-да-да. Так, давай-ка мы, наверное, поставим сюда Эловин. А Джеффа мы вот сюда поставим. Так, и летающие монстры, да, готовы здесь нас посетить. Хорошо. Погнали. Так, опять. Ну-ка, дай-ка я гляну, что такое, ребят? А, это оглушает, оказывается. Все понятно теперь. Так, подожди, Эловин, иди сюда. Началось. Под крит, конечно же, критуем. Так, и нам нужно улучшать големов. Ну, вот что здоровья, конечно, маловато у Эловин, это факт. Согласитесь, да? Ее, если зажимает там 3-4 монстра, все, она падает. Сопротивление просто бесполезно. Так, давай-ка, 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 стрелки, бомбите, маги. Отлично. С этими мы справимся. Так, мне нужно сколько? 306. 306 энергии. Эй! Так, Эловин, ты где? Так, 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 Эловин, давай быстрее, тут что-то как-то напряженно уже. Давайте бомбите вдвоем. Слишком много их тут летит. 306. Ну... 302. Улучшаем, ребят. Такой демон, да? С таким шаром стоит. Так, ну что, а вот этого я, наверное, прокачаю до голема, который может замедлять врагов. Но он, по-моему, только наземные цели, да? То есть против воздушных это бесполезно. Ну и то хорошо будет. Так, давай-ка мы сюда, наверное, и Джеффа еще, ребят, поставим, потому что мне... Да куда ты пошла, Эловин? Ну, ё-моё, ну... Вот так всегда. Оглушаем. Так, для начала нам нужно, в принципе, метеоритный дождь изучить. Это в обязательном порядке. После него уже изучаем големчика. Потому что метеоритный дождь, он имеет массовую атаку. Очень хорошо будет пробивать. А вот это вот плохо. Это плохо. Давай, давай, давай. Эрин, ты стой здесь. Стой здесь и... И ты сюда иди, пожалуйста. Вот таким макаром будем. Так, и... Дождь. Метеоритный дождь, отлично.
Так, ну что, потихонечку приступаем к раскачке этого голема. Да, будем потихонечку сейчас, наверное, ускоримся, потому что здесь они будут очень долго лететь. И здесь причем только они и будут. Все, 134. Так, секунду, 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 секунду. Где Джейф у меня? Иди сюда. Ты же видишь, что там творится. Здесь, кстати, у нас очень слабая оборона. Посмотри. Очень слабая. Так, давай-ка. Блин. Я даже не знаю. Давай сюда, наверное, мы воткнем мага. Пускай маг стоит здесь. На всякий случай, ребят. Ну, я думаю, что Джефф должен справиться в одно лицо здесь. Он у нас не слабачок, мы ему еще так будем помогать. Отлично. Так, 238 нужно монет. Сейчас мы вами накопим. Ага, идет, еще армада идет. Так, я думаю, наверное, сюда и Элвин надо будет поставить. Потому что концентрация, смотрите, армии идет именно по этой дорожке. Тут какие-то ватники. Так, секунду. Элин, ты одна справишься здесь или нет? Ой-ой-ой-ой, боюсь, не справится она. Давай-давай, на помощь иди. Ну! Ой-ой-ой, как-то надо заморозку, может, бомбануть. Вот так вот, пускай немножко притормозят, да? Так, а мы с вами прокачиваем вот этого вот. Ой-ой-ой-ой, я боюсь, ребят, мы... Только-только успеваем с вами, прикинь. Да, надо было все-таки сюда тоже драгунов выставлять, и все было бы хорошо. Они бы не пролетели бы, потому что они воздушные цели тоже подбивают. Ну ладно, вроде бы пока справляемся. Давай ускоримся, да? Да, пока справляемся, слава богу. Так, я вызываю следующую волну. Это пятая из 15. Так, варги. Так, этого голема, да, надо нам прокачивать. Так, у него замедление и... уменьшает силу атаки. 281 монетку нужно. Вот так вот. Как эти олухи, интересно, прошли? Я что-то не понял. Вот эти вот. О, а вы справитесь у меня, драгуны? Драгуны, вы мои драгуны. Вы хоть справитесь? Серьезно говорю. Справились. Так, мага. Смотрите, что самое плохое. У нас сейчас по двум дорожкам полетят летающие эти твари, летучие мыши. А у меня... Ну, здесь ладно, они вдвоем прикроются. А здесь-то как? Маг один вряд ли что сделает. Блин. Слушай, пока есть возможность, нужно с ними разобраться. Заработать денег и мага вот этого вот прокачать. Это единственное, что может вот нас здесь спасать. У него радиус какой атаки? Черт подери, он только вот на этом коротком промежутке сможет. Это плохо. Это, ребята, плохо, я вам серьезно говорю. Что делать-то тогда? Блин. Я даже не знаю. Да подожди, какие ополченцы? Мне не нужны сейчас какие ополченцы. Мне нужно... Давай огненного мага. Он все-таки, ребята, поскоростнее будет. Ну и заодно посмотрим, как мы будем здесь с вами справляться. Слушай, да огненный маг вообще отжигает по полной. Смотри. У него и радиус такой неплохой. Круто. Ладно, здесь мы выстоим. Я могу даже, наверное, ускориться маленечко. Да, отлично. Так, прокачка. Следующая волна пошла. Это у нас седьмая. Опа! А такие разве у нас были? Орки на варгах. Прикольно. Очень даже прикольно, я тебе скажу. Так, и лучники у нас здесь, кстати, с вами стоят. До них тоже когда-нибудь очередь дойдет. Не знаю, правда, когда. Но дойдет. Огненная метка. А что я не могу выучить? В плане. Все, выучил. Тыж, метеорит выпустил. Так, ну что, смотри, Джейф просто красавец. Стоит один, просто тут со всеми борется. И у него довольно неплохо получается. Так, Элвин скоро уровень получит. Не Элвин, а Арен. Да и Элвин тоже, в принципе. Так, големчик, давай-ка мы
вот это тебе выучим. Вызывай маленьких своих приспешников. Вау, классно бомбит. Так, ну что, ускоряемся маленько, да, ребят? Тут все равно только лишь варги одни бегут. И вот, я не знаю, может быть... Давай этого мага, наверное, улучшим с вами. Что там, Элвин, куда ты у меня ушла? Я даже, честно говоря, не использую скиллы своих вот этих вот наемников, да, своих... О, тихо, тихо, тихо. Эй-э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 й
Вот это лопухнулись, вот это я лопухнулся. Или... Нет, все-таки пролетело. А как так-то? Как они умудрились-то? Что не так? Ребята, что-то пошло не так. Я даже не понял, почему. Вроде бы вся та же самая стратегия была, а они пролетели. В чем проблема-то? Я не понял, если честно. Так, ладно. Меня это немножко напрягло, если честно. Я бы даже сказал, очень сильно напрягло. Фига себе, они взяли просто-напросто и пролетели. Да, три летучие мыши. Все, я в следующий раз буду брать вот этих вот, ребята. Чисто драгунов. Потому что вы сами понимаете, что... И главное, что сейчас я их не могу поменять. Я могу только их продать. О, вот это я расстроился, да. Хотел... Ну, может быть, я получу все-таки три звезды. Но, ребята, на будущее надо будет на ус намотать, что все-таки лучше ставить драгунов. Они, как говорится, и в ближнем бою хороши, и в дальнем бою хороши. Так, давай-ка маленечко ускоримся здесь, да? Вот здесь вот заморозим их. Я думаю, быстренько разберем. Так, и прокачаем полностью с вами. Не хватает маленечко, да? Во. Джейф у нас тут борется. Опять бегут. Так, а этого мага... А, мы не прокачали его по полной программе. Можно, в принципе, было бы... Ой-ой-ой-ой-ой, что тут творится-то? Лучнички мои тут стоят. Неприкаянные. Маленечко его прокачаем, да, чуть-чуть. И сделаем из них вот этих вот наших родных. He's dead. Давай-давай, уничтожаем их. Так, а я следующую пока волну призову. Кто-то у нас тут, я смотрю, ремонт затеял. Так что, ребята, не обращайте внимания на всякие левые шумы. Так, давай-ка, наверное, улучшим наших стрелков. Так, тихонько. Смотрите, опять летят. Опять летят, ребята, глоеды. Ну, по крайней мере, здесь вот огненный маг довольно легко с ними справляется. Довольно быстро, я бы даже сказал. Так, можно будет даже его маленечко еще прокачать. Так, прокачаем. Летят. А эти стоят у нас вообще что-то неприкаянные. Без действия вообще. Им нужно прокачиваться, а они стоят там на расслабончике у нас. Так, секунду. Давай-ка заморозку. Хотя, вот заморозка здесь вообще нам не нужна. У нас есть голем, который бомбит просто божественно. Вот здесь вот только остается прокачать полностью, да? Нам все эти скиллы. Опа, 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 опа. Элвин, давай-ка иди сюда. Опять, ребята, опять эти летят. То есть отвлекают они, да, меня. Ладно, вроде бы никто не прошел. Смотрите, как драгуны их бомбили сейчас только что, классненько здесь. Ну что же, у нас с вами 13-я волна. Давайте-ка мы вот здесь вот докачаем полностью скиллы. Здесь прокачаемся маленько. Так, замечательно. Денежки просто... Вот здесь деньги действительно текут рекой к нам. В отличие от Kingdom Rush. Ну. Так, отлично. Подбили. Давай прокачаем еще. Давай-ка еще. Так. Этого мага я, наверное, даже и трогать не буду. У нас с вами есть огненный, и нам этого как бы достаточно, да? Единственное, что хотелось бы прокачать скиллы. Так, тихо, летят. Тут, значит, и летающие, и наземные, да, у нас юниты бегут. Блин, голем просто красавец вот этот вот. Бомбит тоже четенько.
Просто дудыщ по земле, и всех станет. А мы еще вот так вот, хоба. И вообще по красоте все у нас. Так, драгунов я... Тихо, успеваем. Фу, успеваем, смотри. При помощи еще мага этого огненного вообще все замечательно было. Финальная волна. Так, прокачка. Давай, не бубни. Отлично. Так, ну что, прокачанный. Остается только лишь... Ага, тут докачать малька, да? Ой-ой-ой, успевайте. Как-то, ребята, они тут то ли ускоряются, то ли мне кажется, что они ускоряются. Так, найс. Драгуны мои родные. Так, давай-ка вот здесь прокачаем. А, все. Все, ребята. Блин, я так и думал, что третьей звезды нам не видать. А потому что, ребят, пропустили мы с вами трех летучек. Да, к сожалению. Так, блин, я не могу взять осколков улучшения. Так, 3 очка есть. Значит, можем мы с вами улучшить вот здесь вот. Уменьшает время воскрешения каждого героя на 5 секунд. Улучшаем. Отлично. Так, рудник пока у нас строится с вами. 18-я миссия. Нет, я все-таки потом перепройду этот уровень на 3 звезды, это однозначно. А куда мы с вами вообще двигаемся? Мы вот так вот идем. Потом, наверное, вот сюда вот. И зайдем в железные рудники, судя по всему. Вот здесь, наверное, гномы у нас будут. А потом мы где-то вот отсюда, наверное, вылезем, да? Где-то вот отсюда мы, наверное, появимся. Вот, наверное, вот отсюда где-нибудь. И пойдем. Думгейт. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть в эту игру. Так что удачки и до скорых новых видосиков.